Сколько я получаю писем от наших телезрителей? Да. Это наш хит продаж. Абсолютно верно. Я даже знаю, почему я это даже самый хитовый. Ну давай, ты говори, а потом я Ребята, скажу. Ну тут невозможно все за 5 минут перечислить. Но все, что вы сейчас видите на экране, вы получаете в полноценной комплектации. А давайте сейчас разберемся, что вы получаете. Половник, раз. Оп, смотрите, вот, сейчас я вам покажу. Половник, специальная вот такая лопаточка, вот такая ложечка. Смотрите дальше, что у нас идет в комплекте. Вот такие вот прихватчики, чтобы вы не обжигались, силиконовые. Подставочки две, посмотрите. И плюс ко всему вы получаете целый арсенал кастрюль. Здесь есть сковорода, здесь есть кастрюльки, ковшики, огромная кастрюля и специальные такие ситечки для того, чтобы делать фритюр. Ребята, тут еще и пароварка есть. Ой, я надеюсь, что вы все это запомнили, но обо всем по порядку мы сейчас расскажем. Итак, разбираемся самое главное. Во-первых, наш набор сделан из литого алюминия. А теперь только задумайтесь, 18 предметов из литого алюминия, где есть специальный, встроен в каждой крышке вот этот термометр. А значит, вы наблюдаете процесс приготовления, и картошка у вас никогда не переварится, потому что картошка варится при температуре 90 градусов. Вот оно решение для успеха приготовления ваших блюд. То есть, я тебя правильно понимаю, мы благодаря нашей крышке можем понять, какая температура там, внутри. Да, совершенно верно. Вы даже можете разогревать, потому что здесь колеблется температура абсолютно разная, начиная от 20 градусов и до 100. Это на каждой крышке. Ребята, вы теперь будете знать, какая температура внутри кастрюли, внутри сковороды. Ну, слушай, я поняла, что можно таким образом определять, какой температурный режим при варении картофеля. А вот когда мы мясо делаем, для чего нам нужно узнать, какая рассказываю, температура? Мясо особо тебе крышка не понадобится. Но если ты, к примеру, в нашем сотейнике, который идет в комплекте, захотела потушить, к примеру, бифстроганов или картошку, согласись, для этого нужен термометр, чтобы понять процесс, при какой температуре идет. И это к сотейнику тоже идет крышка. Литой алюминий. Антипригарное покрытие в виде мраморной крошки. А значит, вы не будете бояться, что у вас здесь все пригорит. У вас будет получаться идеальное блюдо. Как сейчас у меня приготовилось, прям мясо по-французски называется. Так, вот давай сейчас, Олег, обратимся к нашим многомиллионным телезрителям. Вот вы когда вчера, предположим, готовили мясо, может, рыбку жарили, ну, что-то жарили на своей сковородочке, скажите, пригорало? Вот вас удовлетворяет ваша сковородка? Поверхность там ровненькая, новенькая? Если нет, звоните к нам. Ведь целый набор под названием «Европейский» вы получаете для того, чтобы готовить вкусно, готовить идеально и чтобы ничего не пригорало. 18 предметов мы с вами рассмотрели только сковороду с термокрышкой. Но у нас с вами еще много чего предстоит увидеть. Итак, сейчас, через несколько секунд я назову объемы, но сначала вы в Вы в комплекте получаете фритюр. Вау. Это идет в комплекте, который устанавливаете на любую емкость. То есть даже маленький ковш. Это пароварка. Да. Ой, пароварка. Перепутал. Фритюр у меня рядом. Пароварка. И можно также готовить любые блюда на пару. Также встроен в крышке термометр. Смотрите, на пару я приготовил овощи. Смотрите, что я сейчас сделаю. Я их выкладываю просто на тарелку. А теперь дальше двигаемся за мной. Так. В комплекте вы получаете фритюрную сетку, которая идеально готовит абсолютно любые блюда, включая даже голени или, к примеру, картошку фри. Посмотрите, фритюрная сетка идет в комплекте. Я сейчас готовлю кальмары во фритюре. Можно голени приготовить, можно, допустим, картошку фри, да. Вот, луковые, смотрите, кольца. Фритюр, ребята, это невероятно. То есть мы можем нашим внукам, нашим деткам приготовить картошку фри. Они ее так любят. Взяли картошечку нашу, почистили, нарезали, во фритюрчик положили. И вот эта фритюрная сетка, она прилагается к комплектации. Считаем еще раз. 18 предметов. Это и пароварка, это фритюрница, это многочисленные кастрюли с крышками, термокрышками, которые позволят вам узнать, какой там внутри накал страстей, какие там градусы. Итак, разбираемся по порядку. Вы получаете кастрюли следующие. 6,5 литров. Литой алюминий, антипригарное покрытие, крышка встроена. Прям как казан. Да.
Следующее. 2,2 литра литой утолщенный алюминий и также антипригарное покрытие в виде мраморной крошки. Следующее идет кастрюля и ковш объемом... Ковш 1,3, а кастрюля 1,5 литра. Тоже утолщенный, так сказать, алюминий и антипригарное покрытие. Это сделано для того, чтобы просто сливать слив. К примеру, если ты хочешь... Либо соус сделать, да? Да, соус и сливаешь, или каша, к примеру, жидко. Так. И, внимание, достоинство, сковорода, сотейник. Литой алюминий, антипригарное покрытие объемом 3 литра, диаметром 28 сантиметров. Но и это еще не все. Так. Заказывая прямо сейчас, вы получаете... лопатку, шумовку, половник, все в едином дизайне, потому что здесь также сочетание нержавеющей стали и мраморной крошки. Это еще не все. Две прихватки из силикона. Чтобы не обжечься. И чтобы не обжечься, из силикона вы получаете две бакелитовые подставки. Переходим на левую сторону, вы получаете сетку фритюрную, вы получаете пароварку. И это по специальной цене. Подумайте, пароварка одна стоит 3000 рублей, правильно? Фритюрница 3000 рублей. Большая кастрюля 3-4 тысячи рублей без термокрышки. Не забывайте, что здесь мы еще градусы знаем, да, какие внутри. А здесь за эту стоимость на экране вы получаете вот это все, плюс бесплатная доставка. Вы представляете, какая выгода с телеканалом Shop & Show? Вы получаете 18 предметов. В каждой в крышке встроен термометр. Идеальное качество литой алюминии. И, кстати, я об антипригарном покрытии еще хочу сказать. Давай. И потом еще хочу дополнить маленькую вещь. Ты знаешь, что наш набор посуды подходит для всех видов плит, включая даже индукцию. Даже индукционные плиты, да? Индукционные тоже самое подойдут. Потому что, напомню, что в нашей посуде она выполнена из литого алюминия, но здесь есть встроен диск из углеродной стали. А значит, если вы боитесь, что вы ошибетесь и купите, к примеру, по качеству подарка этот набор посуды и не подойдет к плите, эта посуда подходит для всех видов плит, включая индукцию. Она экономит вашу энергию. Да. Готовьте с удовольствием. Готовьте как шеф-повар России. Совершенно верно.